9 декабря, еще одна видеораспаковочка для Ильи в Крым, значит, рост 1,70 м, 75 килограмм, значит, мы Илье предложили сразу же колеса, пока есть, маленького диаметра, 50-ку, забираем штатные 75-ку, ставим 50-ку, кресло сразу упадет, соответственно, кресло использовать с подушкой, чтобы не было передавливания под коленом, дискомфорта. Правильно пользуемся углом наклона спинки. Поднимаем рычаг без давления. При поднятии рычага никаких скрежетов не должно быть. Помним про уход, так как южный регион. Покупаем автохимию. Вот такой бутылечек. Обливаем после жаркого сезона. И с помощью пылесоса, он здесь самая важная вещь, собираем пенку. Ну, единственный эффективный способ от повседневной грязи, пыли, пота. Также протираем эти же средства подлокотники. Это полиуретан. И он боится, именно соль разъедает полиуретан. Самый страшный враг искусственным материалом. Так, ну и еще так же, как так-то рост 1,70 м, да, колеса перекинем. Еще желаем вам исправить, как бы, рекомендация, угол атаки кресла, именно рабочую плоскость сделать параллельно полу. Вот таким вот способом шайбы между мультиблоком и металлической рамой покупаете кузовные, усиленные под болт восьмерку, возможно, придется болт увеличить, тоже подлиннее поставить, и штук 6-5 с одной стороны, также с другой стороны. Прям такая прослойка пироговая. И все. И вот угол атаки измените на более комфортный. Ну, это все можно проэкспериментировать дома. И выбрать так, как вам будет удобно. Так, вскрываем. Так, вскрываем мы беленькую. Черный крест. Черная ткань с белой строчкой. Кресло прибыли только-только. Вот они еще даже не остыли, не нагрелись с внешней температурой. Тут много заказов, вон сколько. Время уже позднее, все уже спят, а мы работаем. Так, вот она, белая белка. Вот видите, еще испарина есть. В коробке еще холодно. Все, материал тканевая, стойкая к истиранию. Кресло, видите, раскладывается на 155 градусов. При весе там 85 килограмм это можно делать, можно раскладывать. Как раз таки вот в такое положение кладете подушечку. Можно поясницей изогнуть, как, скажем так, декомпрессия позвоночника. Так, подушка варит под спину. Здесь они исполнены из замши. Она такая мягенькая. Если там тканевая подушка, то тут замша. Так. Инструкция только сюда. Эти лучи на месте. Ну, нам сейчас главное вот, вот эти подлокотники посмотреть. Он не деформированный. Все хорошо. Это я вот посмотрю. Отдай. Вот. Тщательно. Пыльник. Ключи, болты. Ничего не изменили. Сколько заглушек много положили запасных. Просто жуть. Не, изменили болты. Я смотрю, покороче стали. Вот эти болты на мультиблок. Вот эти болты на подлокотники. Вот эти болты в спинку. Самый длинный в спинку. А вот это НЗ. Так, мультиблок, гайка для регулировки режима качания. Туда-сюда крутим ее, регулируем. Колеса, кстати, вот. Оп, оп, меняем. Так, угол наклона, пластик хорош. Так, ну, спинку мы уже видели. Все, можно делать оплату. И завтра отгрузим в СДЭК.